Шахтеры снова бастуют. Сегодня утром горняки шахт госпредприятий «Селидовуголь» и «Красноармейскуголь» отказались спускаться в забой. Требуют выплаты заработной платы. Они не получали деньги за 3 месяца. В Мирнограде шахтеры не только не вышли на работу, но и вместе с семьями пикетировали здание управления государственного объединения. Напомню, 17 июля шахтеры государственных предприятий прошлись по главным улицам столицы, требуя погашения задолженности. А 27 июля кабинет министра выделил 200 миллионов гривен на выплату заработной платы. Однако пока деньги горняки так и не получили.